Да, пожалуйста. У нас лучшие главы Тюменской области среди поселений, поэтому мы предлагаем еще один вопрос включить. Да. Это недостаточное благоустройство населенных пунктов у малых сельских поселений, отсутствие, ну, недостаточное освещение улиц, отсутствие тротуаров. Что является причиной, в том числе отсутствие грамотных специалистов в торговых школах. По нормам будущего на следующий год, что может быть в наших силах уже изменить, это эффективность распределения бюджетных средств на решение вопросов благоустройства, это включение населения в решение вопросов также местного значения, а именно создание ПОСов, как на центральных пунктах, так и в малых населенных пунктах, создание НГО для участия в грантах любого уровня. Ну и как результат этой деятельности мы видим все-таки улучшение устройства в малых населенных пунктах, что даст возможность оставаться специалистом, узким, профильным учителям и врачам наших населенных пунктов для общего развития территории. Спасибо. Спасибо. Прям самый краткий доклад по делу. Коллеги, кто следующий? Первый. Первый.